короче, Василию Ивановичу с Петькой сказали, нужно, короче, паспорта поменять. Ну и, соответственно, сфотографироваться. Короче, Василий Иванович идет, смотрит, Петька копает яму. Петька, ты зачем яму копаешь? Ну, Василий Иванович, понимаешь, в паспорт ведь по пояс надо сфотографироваться. Вот я и копаю ее по пояс. Ну, понял я тебя. Ладно, пойду я тоже копать яму. Ушел Василий Иванович. Петька подходит к Иванову дому. Смотрит Василий Иванович, роет яму. Да такую яму, что, блядь, с головой уже почти ушел. Петька его спрашивает. Василий Иванович, на паспорт же нужно по пояс. Понимаешь, Петя, я ведь хочу наконец фотографироваться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.